Здравствуйте, в эфире новости. Парламент утвердил норму, согласно которой президент имеет право объявлять внеочередные выборы. Соответствующий закон накануне депутаты рассмотрели и приняли на совместном заседании палат. Представляя проект, заместитель руководителя администрации президента Талгат Данаков отметил, что документ предусматривает право главы государства назначать внеочередные президентские выборы, которые будут проводиться в порядке, установленном основным законом. Напомню, решение о проведении досрочных выборов Нурсултан Назарбаев принял после того, как Конституционный совет признал несоответствующим Конституции поправки в основной закон, предусматривающий проведение референдума по продлению полномочий действующего главы государства. Решение лидера нации об отказе от референдума и проведении выборов уже поддержано мировым сообществом и казахстанцами. В нем каждая сторона увидела желаемое. Сторонники выборов, включая Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, выборы, мы, депутатский корпус и 5-миллионная армия избирателей, выразивших свое мнение, то, что первый президент страны, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев был, есть и будет с нами. И мы продолжим поступательное развитие государства в число конкурентоспособных стран мира. Решение главы государства идти на досрочные выборы еще раз демонстрирует правильность выбранного лидера нации пути, его приверженность своим принципам. При любых условиях он остается демократом. Обещанное своему народу слово президент сдержал. Он на законодательной основе принял взвешенное и абсолютно демократическое решение. Президент нашей страны в очередной раз продемонстрировал необходимые для высшего должностного лица качества в деле созидания и развития правового и демократического государства, подтвердил свой статус лидера нации. Сейчас пройдут выборы, и политические партии имеют возможность выставить своих кандидатов. Это говорит только о том, что Казахстан стал более демократичным государством, которое проводит регулярно на основе выборы. Народ хочет, чтобы президент правил этим государством, осуществил программу 2020, потому что действительно Казахстан сейчас находится в очень большом подъеме. Назарбаевский подход, назарбаевское решение проблем, еще раз, удивило, я думаю, всех политических деятелей. Назарбаев выбрал единственный, по-моему, правильный путь в этом ситуации. Он посчитался мнением 5 миллионов избирателей и, значит, внес предложение о проведении внеочередных президентских выборов. Сегодня на заседании Мажлиса депутаты рассмотрят поправки в законы о президенте и о выборах. Предлагаемые дополнения и изменения касаются проведения досрочных выборов.